буквально вчера купил вот таких вот ампулярок здоровых, 8 штук. Сегодня уже смотрю на стенке аквариума, вот такая вот гроздь висит, как виноградина, икра. Также вот поехал сегодня, вот такого вот окраса взял ампулярочек, но это маленькие, 12 штук нашел. Буду растить, посмотрю, какие они вырастут. Вот. А икру я уберу с этого аквариума, налью свежую в банку там, или буду снимать, покажу видео. Вот такие вот ампулярочки красивые. Вот для сравнения спичечный коробок большие хорошие ампулярки. Вот. Это ампулярия шикарная.